В республике проводят итоги голосования онлайн-конкурса творческих семейных работ «Чувашия в сердце моем». Организаторы посвятили его столетию автономии. Конкурс сплотил разные поколения семей. Из 200 присланных работ жюри выбрало 72. Они соответствовали всем требованиям. Вокальное, декоративно-прикладное творчество, история семьи в истории Чувашии, техническое творчество и другие. Отдать свой голос за понравившиеся работы могут все желающие на официальном портале органов власти.